это вижу, кто снайпит, кто нет. Ну почти. Ой. Вилчери просто ени этой игры. Минус 60. Сейчас, если... Ой. После Вилчери. Ставит он жестко, конечно, головы. Но если там будет играть Сейнтс, то я за них. Ой, я и раньше был за них, в принципе. Но потом как-то... Меня вымораживает на лайне только то, что, типа, играют одни и те же команды. Туда Вилчери. Не знаю как кому, а мне не нравится их капитан. Сегодня хз не necessary. Надо вытащить. Все, туда этого нуба. А у него пинг подскочил, да? Никогда не скипалось так. Поддержка? Да. Ага. Да ну! Минус 68, там же голова была. Я-то вижу, кто снайпит, а кто нет. Бля. Ну почти. Ой. Вилчери просто ени этой игры. Еле попал.
просто лаки. Бля. И хер знает, куда попал. Вроде попал в тело. Сюда просто. Пиксель этот. Ну давай, Вилчери, вылазь. Туда этого бота попущенного. Если... О, а, так у меня пина подскочила, это получается я лаки. Если я сейчас по нему попаду, то разрасту голды. Попаду в плане в голову. Пойдите нахер. Ага. Я понял. Я там всегда сидел, когда против него играл. Ай. Опять переключилось. Минус 17. А, с хаешки попал. Опять свернулось все. Ага. Минус 60. Мне просто интересно, что за... О, я проиграл уже! Трындец. Ааа.